Победителями окружного этапа стали 11 учащихся по одному из каждого субъекта Северо-Западного федерального округа. Тема «Я гражданин России» – очень сложная тема. Из много тысяч ребят победили именно они. Город Петрозаводск. Города Сыктывкар. Ученица 11 класса средней школы города Багратионовска. Красногородской школы-интерната для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Вышли в лидеры по урожайности некоторых культур. И стремиться дальше. Большое вам спасибо еще от родителей всех за честность и благодарность от детей.